Всем привет, меня зовут Саня, вы смотрите канал Работа Мечты, это у нас Бухалова, в очередной раз. Короче, скоро стану алкашом, так я через день Бухалова у нас, короче. Вот, поэтому скоро у нас будет Бухалова головного мозга, и мы, короче, поедем все на дурочку лечиться. Вот, к чему это я? У нас как бы тут движение, да, продолжается. Движение состоит в том, что у нас тут техника работает. Нет, не очень работает. Надо как обычно что-то вот предпринять, чтобы она начала работать, потому что все плохо. Вот двигатель надо запустить. Все вот это включить. Ага, вот так вот. А, нельзя сложить с присоединенным. Так, ладно. Как-то ж надо вот это все. Вот так вот. Что происходит вообще? Очень странно. А как этим управлять вообще? Никто не знает, случайно. Чисто теоретически. Я просто вообще не понимаю, как этим управлять. Как этим управлять? Во. Как-то вот так. И мы включаем. И подъезжаем. Все, отлично. Нам гравий нужен еще на заводе или нет? Давайте посмотрим. Гравий, да, немножко нужен. Но не очень много. Но если что, мы потом поедем продавать. Так, ну и тут у нас песок высасывается. Вот это все мешает. Эти трактора тут вонючие стоят, душат нас. Так, подожди, песочек сейчас заберем. Вот, отлично. Так, подожди, это все включить еще надо. Вот, а еще, знаешь... А, двигатель. Вот так. Вот. Ребятки, хочу сказать, что если вдруг... Вы не знаете, где находятся серии какие-либо по какому-либо прохождению, то на канале, на главной странице, есть такой раздел, называется он «Плейлисты». Вот, я сам что-то аж забыл, на секундочку. Называется «Плейлисты», прям вот, на главной странице. В этом разделе все прохождения собраны по плейлистам. Вы заходите... Включаете, например, с первой серии, и оно фигачит аж до самой последней серии. Все красиво, чинно, благородно разложено по полочкам, так что если вы ничего не пропустите, ничего не потеряете, не стесняйтесь, заходите в плейлисты, смотрите прохождение от начала до конца, смотрите какие-то стримы и тому подобное. Вот. Ну, а мы, в принципе, погнали. Куда мы погнали? А, подожди, мы еще никуда не погнали. Вот так вот. Я думаю, что нам, во-первых, нужно вот тут затрамбовать. Во-вторых, меня очень сильно смущает вот эта шляпа. Именно эта яма. Она какая-то очень странная. Видишь те? Видишь те, что происходит? У нас получается одна кучка. Маленькая. Одна маленькая кучка всего лишь. И что-то ей мешает разваливаться, рассыпаться дальше. Следующая, как будто тут какая-то полоска невидимая. Следующий кусочек у нас вот. Хотя якобы это все общее. Но тут какая-то фигня мешает. Так, оно будет трамбоваться? И что самое интересное, да, что вот эта шляпа, она якобы трамбуется? Да? Да, трамбуется, она участвует в общем... Но оно оторвано от общего. То есть, от общей кучи. Ну, в смысле, от большой кучи. То есть, какие-то сегменты... Ну, вот, ровненько, да, получается? Ровненько раскатано. Упирается куда-то. Я не понимаю, что это. В общем, вот эта сечка отсюда уйдет. И я эту яму продам. Столб повис в воздухе все равно. Я эту яму продам.
будем что-то думать с новой ямой, с другой. Пока что у нас получается что? Сено, да? Нам бы сено. Подожди, а нам бы сено. Так, что по сену? Сено. Ну, 700 литров есть. Короче, ждем, пока у нас немножко насушится сено. Сеносушилка у нас на базе. Я думал, она халявная. Она нифига не халявная. Так что вот так вот было. Было страшно. Было страшно, было ужасно. И у нас есть еще очередная проблема. Во-первых, у нас по какой-то причине не хватает... Где оно? Нет. Нам не хватает всего. Нам всего не хватает. Где вот? Я уже потерял. Где... Вот, производство поддонов. Но поддоны, я переживаю, что не такие, как нужны нам. Скорее всего. И если мы включим, например, на этой столярке распределение, то вполне возможно, что эти поддоны не пойдут туда, куда нужно. Так, слышишь? А давай мы сразу посмотрим. Поддоны. Вот, палеты. Продать их никуда нельзя. То есть одни и те же, не одни. Ну, вроде... А, да, не одни. Вот поддоны, которые можно продать, которые у нас производит вот эта штука. Вот эта штука производит у нас планки, щепу, мебель и поддон. Но поддоны производит очень медленно. Вот в чем проблема. То есть у нас не успевает обрабатываться это все. Я сейчас покажу. У нас не успевает... Ну тут ладно, тут щепы не хватает сильно. Тут канолы подсолнуха всего не хватает сильно. Тут где? Вот в рыбхоз, например... А, в рыбхоз не нужны поддоны. Подожди, нам на цемент нужны поддоны. А, то есть нам только на цемент нужны поддоны? Но у нас все равно, получается, не хватает поддонов. 36 литров и цементный завод... быстрее вырабатывает поддоны, чем эта штука производит, да? Блин, печаль, беда. Ладно, ладно, хорошо, с поддонами мы пролетаем, это раз. Так, что у нас? У нас октябрь. У нас октябрь получается. Ага, здравствуйте. А что это? А как это вообще? А как вы туда попали? Непонятно, как трактор туда засосало, но сейчас выйдем. О, выехали. А, я приехал сюда продавать эту штуку и покупать человеческую. Ну, чуть-чуть поинтереснее. Во, я вспомнил. То есть у нас получается сейчас октябрь, и нам особо заняться нечем. Только если ухаживать за всем. То, что есть. Ну, то есть, именно суета по производствам, да? Суета по производствам. Я вообще хотел... Что-то продается? Нет, ничего не продается. Я хотел... Подожди, где эта штука? Я потерялся. А, тю, слепой совсем. Вот такую штуку я хотел. Узкие. Купить. Все. Вот такая штука мне больше нравится. Это будет бодрее, мне кажется. Любой трактор сможет потянуть ее. А то вот эту МТЗ-шку ее просто начинает перекидывать из-за того, что весит много. Навесное оборудование. Ну и нафига нам навесное? Во-первых, в него влезает всего лишь 3000 литров. А в эту штуку 10 тысяч влезает. Вот. Соответственно, мы сможем дольше ездить. Вот если бы кто-то ворота эти еще вонючие как-то... Или быстрее сделал, чтобы они открывались, или... Ну, я не знаю. Короче, меня эти ворота напрягают слегка. Нет, сильно. Так, песочек, песочек, песочек. У нас песочек опять.
вернулся. А нужен ли нам песочек еще? Да, песок нужен. А гравий уже не нужен. А где гравий? Вот гравий. Вот гравий. Все равно не подъезжает. По высоте я не нашел нужную. Так, это у нас завод гравий. Нет, это у нас подожди. Песок налево, вот. Песок налево и гравий. Все. Так, дальше что у нас? Лес. Что у нас по лесу? Лесопилка лесом обеспечена. Вот эта штука лесом обеспечена. Она тоже щепу производит. У нас у нас дикая нехватка щепы получается, да? Мебель на продажу сразу уходит. То есть, по факту, нам еще нужна штука. Нет, подожди, как же нам туда? Вот, у нас есть вот такая вот штука тут. Нам нужна еще одна штука. То есть нам или с этой стороны это все располагать, или фиг его знает, где это все располагать. Я пока не очень понимаю. Этот трактор у нас борется с пнями. Возможно, если мы заморочимся... Так, лесопилочка. Ой, плотницкая. Может вот сюда ее ляпнуть. Вот так вот. То есть у нас будет тут две плотницких. Сразу же. 61. Так, чтобы меньше выравнивать, да? Чтобы у нас щепы было больше. Во. Вот так вот. Все, шикарно. Тогда мы, получается, беремся сейчас за деревья. Вот, беремся сейчас за деревья и... Так, тут надо, чтобы сюда заезжать аккуратно. Во. Беремся за деревья, еще обеспечиваем деревом эту лесопилку. И потихонечку крутимся. Погнали. No, I'm not here for your show, wasn't asking. But I've been quitting while you're taking. I've been sipping cause I'm making. No regrets, I'm not insisting. Just gonna be what you were, I'm not missing you, yeah. I'm fucking down with all the shit you told me. Just to grab that I met you, damn, you hold me down. All my fortune's just been wasted, all gone. Oh, you made me feel alone. You thought there's a cure. I went and let you be. Take you home. We'll be right back.
Отлично. Поработали немножко, и теперь у нас есть дровишки, есть все нормально. Дальше у нас продолжается движение какое? Дальше, сейчас посмотрим, что у нас тут где. Так, это у нас получается тут хорошо. Тут вот так. Пятое поле у нас есть. И 15-е мы приобрели. Мы ждем весну. Ждем весну и будем работать. Так что до встречи весной. У нас весной будет посевная. Будут коровки. Все будет хорошо. Для вас сейчас пройдет 2 секундочки, а для меня вечность. Наверное. Но это не точно. Скоро буду. Вот я и вернулся. У нас тут март уже. И какими-то немыслимыми... Вообще не понимаю, как, короче, плюс 1 миллион за зиму. Плюс 1 миллион, при том, то, что не работало почти ничего. И это на средних настройках. Я ничего там не докупал, я ничего не ускорял. Просто сидел, мотал. Работало у нас что? Какое-то время работал... Рассказываю. Работал цементный завод. Но сейчас там закончилось дизельное топливо. Поддоны еле-еле справляются. Кстати, вот здесь поддоны бы подкрутить немножко, потому что они не справляются вообще. Поддоны сейчас нам нужны на цементный завод, и поддоны нужны на производство картона. Все это дико не успевает, поскольку цементный завод чуть-чуть приостановил работу, поэтому и как бы подкопились поддоны. Но дизельное топливо. Так, у нас продавались, получается, только... Кстати, планки успевают, что самое интересное. Планки более-менее успевают на 2 завода работать. Даже что-то пополняется. Это хорошо. Дальше, трава. А, у нас дизельного топлива и туда не хватило, и сюда не хватило, никуда не хватило. Сейчас, короче, закупим дизельное топливо. Наконец-то в этом году... Так, нам, получается, нужен подсолнух. Посеять, да? Подсолнух можем сеять? Да, 7 подсолнух, то есть сажалку надо покупать. У нас получается от 2 поля. Так, слышишь? Вот это что у нас будет? А вот это что у нас будет? Так. Хорошо, у нас канола есть 2 поля, да? У нас есть 15-е поле. Может быть, на 15-м подсолнуха влупить прямо от души? На 15-м влупить подсолнуха от души? Вот. И нам еще что нужно, получается? Комбикормка. Или на кукурузе. Слышишь, может, рыбу проще на кукурузе выращивать? Нам, получается, нужен малек, корм для рыб. Где опять дизельное топливо, опять кукуруза. Короче, или на корме для рыб у нас, да, получается, можно растить, или... Или на кукурузе. Короче, я что хочу? Давай так. 15-е мы бахаем в этот, а 2-е и 13-е в кукурузу. Так, хорошо. А чё так медленно, алло? Очень медленно наполняется, ну и ладно. Так, хорошо. Что у нас с заводом? С заводом... С заводом цемент-песок надо. Поэтому мы пока что тогда цемент-песок... В общем, никак тут не получается у нас справиться с вот этой фигней. Не знаю пока как. Не хочет он подъезжать, как полагается. Не знаю я, как его победить. Подожди. Ага. Ага, мы не едем никуда. Почему? Почему не едет? Почему эта шляпа не едет? Или я не в ту сел? Нет, в эту же.
Эмма. Ничего не понял. Ну, очень интересно. Короче, по какой-то неведомой причине. Эй, куда деньги? А, соляру. По какой-то неведомой причине. А, вот, едем, все. Да блин. Возможно, если вот так вот выдвинуть на максимум, сейчас попробуем, оно будет подъезжать, но это не точно. Сейчас попробуем. Во, забурился почти в самую жопу. Во. Вот так. Возможно, будет подъезжать. Сейчас мы попробуем еще тогда наладить такую же фигню здесь. А, здесь не особо-то получится, но попробуем все равно. Сейчас все познаем, познаем, как это будет выглядеть. Так, что у нас тут? Нам нужно вот это завести, да? И не туда ехать. А, вот. Как же сложно этой шляпой управлять. Так, а вот это тихо, сейчас переиначим. Карьера. Где-то вот тут он будет проезжать как раз, да? Давай сейчас затестим. Ой. Так, тест номер один. Угу. Странно он себя ведет, честно, если. Нет, очень, очень странно. Так, подожди. А, я примерно подозреваю, почему. Сейчас попробуем переиначить еще раз. Сейчас мы сделаем по-другому. Сейчас мы его оттуда туда, оттуда сюда отправим. Отсюда туда. Давай, 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 давай. Ну что ты не едешь, нифига, несчастье. А нет! Какие немощные вообще, ужас. Еле едет, еле поворачивает, еле, еле пили, пили, еле. Давай, я тебя очень прошу, сделай красиво. Вот от души сделай красиво. Давай, 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 давай. Аллилуйя! Заработало. Отлично. Хотя бы этот заработал. Так. Чудесно, прелестно. У нас возвращается второй КамАЗ. А, а чё я сплю? Вот чё я сплю?
Чего? Я сплю. Кстати, коровы так и не... Я не купил коровы. Хе. Не дожил я до коров. В общем, нам нужны сажалки. Что на кукурузу, что на подсолнухе. Поэтому мы сейчас выдвигаемся в магазин и покупаем... Ой, это база. На магазин, говорю, выдвигаемся. Выдвигаемся на магазин. Забираем этого молодого человека. Пока заниматься коровами некогда. Так что сорян. Очень много работы подвалило. Очень много работы подвалило. Поэтому пока коровы откладываются на какое-то время. Сейчас будем заниматься высевом. Отлично. Ну и теперь мы, получается, подожди. Нам нужно. Нам нужно... О, кстати, продается что-нибудь. Продается вот такой вот на 175 лошадей. Но он нам не интересен. Хорошо. Нам нужны сажалочки. Сажалочки вот такие всякие разные есть. Мы, наверное, возьмем 340, 350. В принципе, для всего хватает. А это еще и удобряет. Но я переживаю, что она очень долго будет удобрять. Давай вот такие, наверное, джундировские. Она дешевле? А почему она настолько дешевле? 230. И 18. А это 16. Чего? Почему это и дешевле, и все на свете? Так, подожди, это у нас 340. Это у нас тоже 340. Так, подожди, в чем различие? А, это удобряет еще. Вот тут бак для удобрений. Забульбенили. Factory mounted set for liquid fertilizer. Так, ладно, подожди, тогда отставить пока что. Это у нас что? Это у нас типа все. Ага. Ну, я предлагаю вот эти штуки тогда приобрести. Давай мы сейчас одну возьмем. Посмотрим вообще, что она из себя представляет. Так, 4200 и 2800 удобрений, да? Но жидких. Блин, а откуда мы будем заправлять жидкие удобрения? Так-то очень интересно. Ага. Ага. Так, у нас тут проблемы. Проблемы возникли. Очень серьезные. Хорошо. Мы сейчас тогда будем пробовать. А, нет, так наполняется. Я понял. У нас возникает проблема определенная. Которая называется несрастуха. Старой техники с новой техники. Вот. Закупаем... Еще семян. Давай сразу 8. Так, этот у нас хорош. Поехал. В общем, этот у нас поехал на 15-е поле. Удобрять не будем. Так, 15-е поле. Кукуруза. Давай подсолнух. Еле-еле. Хорошо. Дальше. Ты где? А где? А вот. Так, хорошо. Еще одну такую сажалку берем.
18,2. И получается, сколько там? 4, а тут 3500. Так, я не пойму, вот эта сажалка во всем лучше, дешевле. Ничего не ясно, вообще. Очень сильно ничего не ясно. Почему эта сажалка лучше? Типа тот John Deere, якобы, или что? И поэтому она такая вся крутая и стоит, блин, на сотку дороже? Почти. Или что? В чем проблема? Пока мне непонятно. Почему я не заправляю удобрениями? Потому что, скорее всего, это будет все криво работать. Не в плане криво то, что надо будет заправлять, а заправлять это секс. А секс это... Это не всегда хорошо, и поэтому вот так. Так, ты у нас поедешь на... Куда ты у нас это, поедешь вообще куда-нибудь? Поедет. На 13-е поле. Вот отсюда. И будешь сеять кукурузу, да? Отлично. И вот у нас последний молодой человек остается. Покупаем ему точно. Покупаем ему точно такую же сажалочку. И наслаждаемся жизнью. А наслаждаемся ли? Сейчас посмотрим. У меня такое ощущение, что просто так сложно будет теперь заправить эти сажалки. По той причине, что... Что? Что как? Так, хорошо, только не хватило немножко. А где? О, чудесно. Так, этого мы тоже на 15 отправляем. Я думаю, нам на 15 2 как раз будет хорошо. А остальное уже вот так вот. Ну что ж, помчали.
Вот и шикарно. Забульбенили эту тему. 15-е поле теперь у нас засеяно. Остается только его немножечко привести в порядок. Сейчас работают две ХТЗшки по поводу утрамбовки. Фу, утрамбовки. Прикатки. Ну, короче, типа того. Вот, потом ждет у нас МТЗшка, чтобы это все удобрить. И я думаю, что мы еще малыша 82-го пришлем все это опрыскать. Или как-то так что-то с этим сделать. Так что, вот так вот. Кстати, я ошибся. Кукурузу в марте нельзя сеять. Кукуруза сеется в следующем месяце. Поэтому кукурузу мы будем сеять в следующем месяце. Так что поддержите это все дело пальцем вверх. Подпишитесь на канал, чтобы не пропустить ничего нового. Ну и колокольчик жмите. Вот. Чтобы присылались все уведомления, которые, к сожалению, почему-то через раз присылаются. Но тем не менее. Так, отправляемся на базу. Ну, а мы отправляемся. Будем заканчивать, в смысле. Вот, видосик. Так что, спасибо, что досмотрели до конца еще раз. Всем всего хорошего. До новых встреч. Пока-пока.